какая паніка? Паніка ніколи до добра не доводила. Добрий день, теж панікуєте за війни? Ні, ми не панікуємо. Страх нічого, нічим, і паніка нічим не допоможе. Тобто спокійно треба підходити до будь-яких питань. Не так, як паніка, як вопрос, каже постійно, буде, да, ну, да, буде чи не буде? Буде чи не буде? Не буде. Не буде. А, ні, все нормально, чого бояться? Ну, сейчас нагнетают. Там, так пусть нагнетают, это же информационная вот эта всякая штука. Да, конечно, будем воевать, все, откопаем наш кулемет. Доброго вечера, а до бункера сколько коштует доехать? Я не знаю, где бункер. До бункера, война же завтра. Паникуете немножко? Нет, почему? Ну как, почему война же послезавтра, когда 16 числа. А, послезавтра? Ну или когда, там 16 числа война же, да, вроде. Ну так всему быть готов, жизнь продолжается, надо же жить как этот, никакой панике поддаваться не надо. Ну чемоданчик, допустим, собрали? Ну какой чемоданчик, дружище? Ну все, что собираться и защищать свою землю и все, больше никакого, никакой паники, ничего не надо. Ну вы думаете, придется, да, это делать? Ну ко всему надо быть готов. Да какая война, мы на танцах были. А бучила, не? Да, не. А что? Я, конечно, паниковать. У вас в глазах такой страх сейчас, нет, просто интересно, паникуете, не? Нет. Абсолютно. А чего? Сейчас же все паникуют из-за войны. Зачем? Мне кажется, что это сделано как бы, ну вот, не знаю, специально, что ли. Может, это кому-то деньги приносит. Эту панику сеют специально. Пресса сеет. Если пресса об этом не говорила, то паники бы не было. Не, ну мы умеем строить ракеты. Если вы шо, втроем если имеете? Шо... У вас какая-то компания, да? Не, только я умею. Я преподаватель. Я умею, я деток учу. Ну, мы как где так учите строить ракеты? Да, как бы технически. Вопросов нет. У нас теперь мне не страшно вообще абсолютно ничего. Правда, что соли уже даже в магазинах какие-то спички посыпали? Ерунда, ну что вы говорите, ерунду. Ничего не будет. Ну нагнетают, у них свои интересы. Войны не будет. Не будет. Война 16-го? Не знаю, мне не объявляли, не предупреждали. Хлопцы, а что за свято? Да вот, к 14-му готовимся. Девочек радовать. Так а вторжение завтра, вы что? Ну, а мы же заранее, мы с любовью будем встречать. С любовью встречать? Да, и с автоматом, да, еще тоже. А если бы ситуация, допустим, не дай бог, да? Угу. И приходят ребята, да? И у вас есть, да, один вопрос, который можете им задать. Вот, угу, в одном приходят кто-то, да, вас защищать. Да. Какой это будет вопрос? Вряд ли они будут что-то спрашивать. Чего ты сюда пришел? И все. Чего ты сюда пришел к нам? Мы тебя не звали. А не цензурой можно? Конечно. Какого вы сюда пришли? А это что-то поменяет? И мы не хочем войны. У нас дети... Внуки, для чого нам війна? Ну, думаємо, та... що воно все так пройде, все буде добре. Ну так же ж нагнітаюча, ви представляєте? Нагнітаю, так, да, ми знаємо. Інформацію ми цю всю знаємо, бачимо по телевізору, читаємо в Фейсбуці. Немножко переживайте перед війною? Ну, звісно. Є таке? Побіжала. Паникую, да. Що воздух закрили? Воздух закрили, вообще дышать нечем. А є вообще знакомые, которые действительно переживают? Да все переживают, все говорят. Вот вы не поверите, никто пока не переживает. Вы, наверное, уже человек сотый, который подхожу, все говорят, все переживают, я не переживаю. А где те люди, которые переживают? Скажите, куда мне идти? Я не знаю, может, кого-то там 50-60 плюс. Как думать, кто разводит панику? Кто переживает? Ну, молодежь. Молодежь, да, того, что в армию может призвать или только из-за этого, а так вообще. То есть тревожный чемоданчик ты собрал? Да. Это на полном серьезе? Ну, на полном серьезе, у меня сложные документы, там все. Ну так, документы, конечно же, лежать у нас там где-то в шкатулочке. Ну, чемоданчик тревожный, а я нет. Багато людей налякані, але потрібно зберігати спокій. Дівчат, добрий день, сильно панікуєте із-за вторгнення? Нет. Чего? Ну, говорят, война. Хай спробуют. Скажите, а вот чего-то вы боитесь? Вот если серьезно. Минимально хотя бы. Нет. Абсолютно. Абсолютно. Ну, говорят, сейчас воздух закрывается. Чего улыбается? Мы надеемся на то, что все закончится миром и ничего не будет. Все будет хорошо. Ну, а воздух, слышали, закрывают сейчас? Ну, вы слышали заявление президента, министра, который этим занимается? Нет, не было. Это придумал кто-то из прессы. Запустили утку, вот и все. Я дуже, просто дуже вдячний нашим військам, нашим солдатам. Желаем, как бы так бы сказали, желаем щастя і удачі, щоб вони всі повернулися з війни. Як ви гадаєте, вони хочуть війни? Вони це хто? Такі ж люди, тільки думаю, там. Думаю, що ні. Тому що в мене в Липецькій області похоронена тітя, моя рідна, мами моєї сестра. У мене в Москві дуже багато родичів по батьковій лінії. У мене в Москві друзі є. Мій чоловік служив в Афганістані, в його там теж друзі є. Розумієте? І я думаю, що вони не хочуть, щоб у нас була війна. Ясне питання, чекай, ти, будь ласка, коли мир? Ну, коли домовиться президент Росії і України. Народ за.
За, ми ж дзвонимо, ми спілкуємося із своїми родичами, і вони нам дзвонять, спілкуємося. І ось у Валі теж сестра в Ленінграді, вона теж їй дзвонить. І теж каже, що вони ж не хочуть війни.